Здравствуйте, ребята! Я рада встрече с вами на уроке русского языка. Желаю вам удачи! Тема урока. Глагол как часть речи, начальная форма глагола. Интересная часть речи в русском языке живет. Кто что делает, расскажет, чертит, пишет или поет, вышивает или пашет или забивает гол, варит, жарит, моет, чистит, все расскажет нам глагол. Сегодня на уроке мы будем различать имена существительные, прилагательные, глаголы и определять их роль в предложении и какие слова обозначают действие предметов. Отгадайте загадки. Часть речи – это непростая. Ее вопросы – какой, какая. Обозначает лишь признак предмета, как называется, что же это? Да, правильно, имя прилагательное. Эта часть речи предмет означает и на вопросы кто что отвечает. Да, правильно, ребята, это имя существительное. Первое задание. Рассмотрите картинки, кто что делает. Назовите слова, обозначающие действия людей. На какие вопросы отвечают эти слова? Папа играет на дамбре, мама готовит, арман прыгает, дедушка рубит, санат отдыхает. Играет, готовит, прыгает, рубит, отдыхает ⁇ это действие. И все они отвечают на вопрос, что делает. Что мы узнали о глаголе? Глагол ⁇ это часть речи которое обозначает действие предмета и отвечает на вопросы «что делать?», «что делает?», «что делают?», «что делал?», «что сделал?», «что сделает?», «что сделают?», «что будет делать?». Работа в тетрадях. Запишите минутку чистописания. Загадал, ума дал, отгадал, ума взял. Отгадайте загадку. Год за годом мысль народа в ней копилась, с рифмой роднилась, и детям, и взрослым пригодилась. Правильно, это загадка. Запомните, ребята, загадки возникли в глубокой древности, их сложил народ, как и сказки, они в течение многих веков передавались из уст в уста. В загадках задуманный предмет изображается хитро и замысловато, чтобы отгадывающий подумал над ответом. Следующее. Спеши, отгадай загадки. Какая картинка является отгадкой? Подчеркни слова, которые обозначают действие предметов. Задай вопрос каждому глаголу. Гладишь – ласкается, дразнишь – кусается. Правильно, собака. Весной веселит, летом холодит, осенью питает, зимой согревает. Правильно, дерево. А теперь, ребята, подчеркнем глаголы и каждому глаголу зададим вопросы. Что делает ласкается? Что делает кусается? Что делает? веселит. Что делает? Холодит. Что делает? Питает. Что делает? Согревает. Самую последнюю загадку выполняйте самостоятельно. Пятое задание. Из рассыпанных слов составьте загадки и запишите их в тетради. Проверьте. Надеюсь, все составили загадки Правильно. Ставь пропущенные глаголы. Загадать радость, отгадать сладость. Лучше хорошо поступать, чем говорить хорошо. Не стыдно молчать, когда нечего сказать. Ребята, каждая часть речи имеет начальную форму. Имена существительные – кто, что. Имена прилагательные – какой, какая, какое какие. Глагол тоже имеет начальную форму. Ее еще называют неопределенной формой. Глагол в неопределенной форме отвечает на вопросы, что делать или что сделать. Глаголы в неопределенной форме оканчиваются на т, «ти», ч. От этой формы образуются другие формы глагола. Что делать? Учить, учу, учил. Самостоятельная работа. Ребята, давайте рассмотрим кластер на странице 71, задание 7. Вам нужно рассказать, какие бывают загадки, в каких загадках могут встречаться глаголы и записать их самостоятельно сами. Подводим итоги урока. Мы научились различать имена существительные, прилагательные, глаголы и определять их в роль предложения. Оцените свою работу на уроке, подумайте, на какой ступени вы находитесь сегодня, желаю всем хорошего настроения!